Более 20 тысяч человек примут участие в масленичных гуляниях на территории Одинцовского городского округа. Основные события развернутся 29 февраля на Пушкинской поляне в Захарове. Здесь вместе со зрителями провожать зиму будет народная артистка России Надежда Бабкина и театр русской песни. Масштабные гуляния пройдут также в Звенигороде, Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха и парке активного отдыха «Раздолье». Большая праздничная программа ждет и жителей 8-го микрорайона города Одинцова.